Ксения Собчак и Константин Богомолов стали мужем и женой в 2019 году. Журналистки и режиссеру постоянно пророчат скорый развод, однако влюбленные то и дело демонстрируют идиллию в соцсетях. 13 сентября этого 2023 года Собчак и Богомолов должны отпраздновать четвертую годовщину свадьбы. А накануне в сети вновь заговорили о возможных проблемах в браке пары. Интернет-пользователи обратили внимание на то, как по-разному Константин и Ксения воспринимают происходящее на Украине и высказываются на этот счет. Внимание привлек поздравительный пост, который Богомолов опубликовал в личном микроблоге 9 мая. Режиссер показал черно-белое фото, на котором запечатлены советские мужчины и женщины. Он отметил, что снимок сделан незадолго до начала войны. В кадр попал дедушка Константина. Родственник деятеля культуры повис, держась за что-то руками. Завтра была война. Спасибо им, здесь таким юным и беззаботным, потом таким взрослым и осознанным. Прошедшим все и давшим нам счастье жизни и пример силы. Этот праздник – торжество жизни над смертью. С победой, бывшей и будущей, написал Константин Богомолов. Тот факт, что режиссер желает России будущей победы, удивил пользователей сети. Многие были уверены, что Богомолов не поддерживает СВО, как и его знаменитая жена ратует за капитуляцию нашей страны. Интернет-обитатели удивляются, как Константин и Ксения умудряются уживаться под одной крышей, имея противоположные взгляды. Публика уверена, что отсутствие единения в итоге приведет журналистку и режиссера к расставанию. День развода приближали как могли, да, Константин Юрьевич. Смеются в сети.